Противник наносит правый фронт-кик. Мы делаем прихват левой рукой, немножко натягивая ногу на себя. И сразу резко правым коленом наносим жесткий мощный удар в икроножную мышцу, обездвиживая его. Противник наносит правый middle kick. Мы делаем захват ноги своей левой рукой, жестко прижимая ногу противника к себе корпуса. И держа ногу, сразу наносим удар правым локтем сверху вниз в бедро противника, всаживая локоть, полностью отбивая ногу противника. Очень хорошая защита, но это такая мастерская защита, довольно сложно ее применить. Ну, вы должны знать и уметь это делать. Ее можно применять, если противник стоит в широкой стойке, ноги широко, и вес тела противника на передней ноге. Тогда мы делаем резким движением свою правую ногу, ставим на его левую, таким образом опираясь о его левую ногу, и выпрыгивая на своей правой ноге, наносим удар левым коленом в голову, прихвачивая голову противника своей левой рукой.